23 человека погибли на производстве за первое полугодие 2016-го. Цифра больше, чем в два раза превысила показатели за аналогичный период прошлого года. Причем 10 случаев – так называемые групповые смерти, когда при исполнении своих трудовых обязанностей погибают 2 и более человек. С 1 июля ужесточились правила для работодателей, касаются они и техники безопасности, и оформления сотрудников, и соблюдения режима рабочего дня. И хотелось бы, что вот те работодатели, которые сегодня благодаря вот присутствующим вам всем здесь услышат эту информацию, все-таки обратили бы внимание, учитывая то, что впереди наступает летний период, в который всегда связан с ростом травматизма по ряду объективных причин. Это и жара, знаете, энтузиазма в работе не прибавляет, и то, что люди уходят в отпуск и зачастую заменяются другими работниками, которые или совмещают, или исполняют обязанности. Особое внимание служба труда и занятости уделяет организациям, которые занимаются детским отдыхом. После трагических событий в Карелии по детским оздоровительным лагерям прошла специальная комиссия. Вопиющих случаев не обнаружено, но все же нарушения есть. Инструкторы, тренеры, учителя, которые участвуют в организации отдыха, у них на руках должна быть справка о наличии и отсутствии судимости. То есть судимые лица не допускаются к организации отдыха детей. Так вот, у части персонала не было таких справок. Штрафы на юридическое лицо за нарушение трудового законодательства достигают 200 тысяч рублей. Причем выписывать их могут за разные нарушения одновременно. За прошедший год в областную казну поступило больше 50 миллионов рублей от работодателей, которые нарушили закон. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.